Эй, пс, танкист, боны нужны? Товар без изъяна, товар без обмана, мощный, как фраг от тарана. Твой танк становится резкий, как удар молнии, и жесткий, как легированная сталь. Живой логотип Wargaming. Ну, боны, ты же знаешь, что это такое? Особая валюта, за которую можно купить предбоевые инструкции и усовершенствованное оборудование для вашего танка. И достать боны в нужном количестве всегда было достаточно сложно, до последнего времени. Стартовала операция «Большой куш», где каждый игрок сможет значительно пополнить свой счет бон. Хватайте танк и жмите кнопку «В бой». Участвуйте в сражениях, побеждайте. В общем, занимайтесь вашими обычными делами. Но только в этот раз каждый заработанный вами бон будет идти в общую копилку, призовой фонд. Это будет первый этап. Но продлится он всего 3 дня, а значит, надо приложить максимум усилий и показать свой лучший результат, чтобы набить сейф до отказа. А во втором этапе наступит время фармить их. Мы умножим все заработанные боны в первом этапе в 30 раз. Это и будет итоговый куш. Опустошайте призовой фонд, выполняя ежедневные боевые задачи, и получайте в награду боны. Больше выполненных боевых задач — больше собственная награда. Все просто. Сколько у вас на это уйдет времени, неделя, один день, пару часов — неизвестно. Все зависит только от вас. Операция продлится до тех пор, пока не иссякнет весь призовой фонд. И, конечно, каждый игрок может нафармить боны, даже тот, кто не участвовал в первом этапе. В общем, не спешите расслабляться. Удача улыбается смелым. Время собирать боны.